В этот раз у нас есть бабки, чтобы проехаться нормально, как люди. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где мы можем заработать на килограмм мяса песнями, плясками? И... А вы нам заплатите, если мы спляшем? Нет. 300 рублей. Ага, сейчас. Ну, все сейчас равно, прям... доброго утра. Сейчас помоюсь и в 300 рублей вам дам. Да? Да, с пенсии. Вам доброго утречка, всего хорошего, чтобы у вас было хорошее настроение. Хорошо. Это проект «Игры реальности», вы нас, наверное, о нас уже слышали. Вот это разговор, а то 300 рублей. Это ладно, у меня здоровье, я вот выдержал в 300 рублей. А жене моей сказали бы, она сейчас инсульт. Итак, мы заходим в маршрутку. Синюшка. За двоих. Пива не хватит, да? Я еду в маршрутке с мамочкой. Она улыбается, говорит мамочке, да, смеется, и все хорошо. А где-то Миско? Где у нас Миско? Кажется, кто-то сюда заходит. Мы идем так. Кто-то выходит, проходите скорей, проходите, я пускаю. Я просто не знаю, я все говорю. Если вам нравится, вы можете нам помочь. Если вам нравится, вы можете нам помочь. Просто сделать одну вещь такую, просто на Миско на килограмм или другую, да. Вот-вот. Накинь на Миско нам, тыщ, накинь тыщ, на Миско. Опа. Супер номер, смотрите, я сейчас силой мысли закрою эту дверь. Обратите внимание. Так, внимание. Всем показываю. Силой мысли. Ух ты, полтишок! Спасибо! Спасибо вам огромное! Двери. Приехали? Да, двери сейчас откроются, смотри. Да ты в гоне. Серьезно? О, видал? Да, да, это волшебство. Выходи. Наконец-то! Мы вышли из маршрутки. Так, ладно, Вась, да. Я умею драться. Это очень хорошо. Да? А я умею договариваться. А я еще бежать умею. Это тоже прекрасно. У меня с бегом проблемы. Ох, какие. Простите, это шутка. Мы ради бога извиняемся. Это. Пошли. Все, ладно. Блин, ты видел ее взгляд? Она уже звонила уже магам, все уже. Мага! В автобусной компании, и вам отключили автобусную цену. Это замечательно, что директор наш автобусный директор. Любимцы спят давно, ночь хороша, где-то в жуле беда, слышу стрельба. Нам по щам какими-нибудь танцами. Какие танцы? Что? Что ты несешь? 55. Какие танцы? Станцев. 55 с танцами? Что это? 55 станцев, дурак. Я бы не хотел встретиться с 55 станцами. Там или и с 55 немцами. Немцами, теперь немцы. Вот смотри, вот наше место. Здравствуйте, уважаемые люди, уважаемые пассажиры. Мы из проекта «Игры реальности». Сегодня нам поступило задание заработать на килограмм мяса. Вот вам сразу денег на килограмм мяса. Вы же очень веселые. Простите. Вы такие классные, что мы с вами хотим поговорить. Просто мы очень торопимся. Нам не нужно много денег, нам нужно заработать только на килограмм мяса. Если вдруг у кого-нибудь есть с собой килограмм мяса, мы с радостью примем его в дар, и задание будет выполнено. Уважаемые пассажиры, итак, Юрий, начинай. Я не лягу под ноги к тебе. На килограмм мяса. Никогда. Не надо много. Вот так, раненым сердце тобой. Килограмм мяса. Буду страдать. Курицы. Я не знаю. Что у тебя на уме? Да? Да и не хочу. На килограмм мяса подкиньте. Я просто привязал у тебя к себе, что всю жизнь целовать. Тихо. Тихо, Поль, тихо. Шш. С днём матери вас, с прошедшим. Вся тебе. Все, давай, забивай. Коп идет. О, тихо, ничего. Я не лягу давай, под ноги к тебе. Никогда ты бежать умеешь. Давай. Девушка милая, спасибо вам огромное. 30 хватит? Нам
сколько угодно. А самое главное, у нас, представляете, у нас задание сегодня заработать на килограмм мяса. И не хочу. Здравствуйте, вы можете помочь нам? Девушка милая, спасибо вам огромное. Вы даже не представляете. Я вам не надо. Нам килограмм мяса надо всего лишь. Вы сможете нам помочь буквально чем-нибудь? Нам нужно заработать на килограмм мяса. Ничего, спасибо вам большое. Море, возьми меня в дальние дали. Это так, помогите, пожалуйста, заработать на килограмм мяса. Спасибо по-братски, вообще. Игры реальности. Юра, спасибо большое, огромное. Спасибо. Охренеть. У нас есть мясо. Мясо. Реально, охренеть просто, да? Смотри, 250 плюс тот полтишок. Доставай его, положи в шапку. Ирина Петрова, мы смогли только что заработать на килограмм мяса, надо его еще купить. Никакого обмана, килограмм мяса только что. Здравствуйте, можно нам два невидимых бургера? Одну невидимую колу. Сырная Мэри и сырный Джо. Четыре невидимых пирожка с вишней. Спасибо огромное. Бургер Кинг всегда на высоте. Бургер Кинг лучший. Нам надо купить килограмм мяса, то есть килограмм курицы нам надо купить. Ну, например, то есть тушку. Я вижу мясо на углях, Вася Васильевич. Ну нахрен нам мясо на углях? А что, нормально сейчас? Ага, мясо свежее, смотри. Смотри, смотри, что там написано. Прочитай вслух, пожалуйста. Мясо свежее, мясо. Ладно, ладно. Здрасте, можно пройти? Или здесь фейс-контроль? Здравствуйте. Добрый день, Чис. Смотри. Можно нам, подожди, я сразу все сделаю красиво. Давай, дед. Девушка милая, здравствуйте. Вы прекрасны. Вы замечательны. Мы бы хотели у вас купить, кролика. Купить вот того цыпленка. Они стоят 310 рублей. Да мы курицу. А, подожди. А вот цыплята домашние. Люди, хотите сказать? Слушай, Вася, не хватит, лучше бедер. 160 рублей. Тогда давайте ровно килограмм. 6 бедер. По 208. Прекрасно. Прекрасно. Она оставила нам наследство, очень большие деньги. Но адвокатская контора под руководством Изольды Кац хочет отобрать наши бабки. А эти деньги мы сегодня заработали в переходе. Сколько там? 8 рублей в переходе еще дают деньги? Да. Спасибо огромное. Игры реальности. В гугле пишите, и там все будет. Разрешите? Здравствуйте. Мы все уходим, мы больше не вернемся. Мы заработали килограмм мяса. Можно снять эту? Ладно, Джан. Ладно, пошли в ту сторону. Стой, погоди. Да, вы... Кое-что мне надо. Нет, кое-что не надо. Что? Итак, мы купили килограмм мяса. У нас все получилось. А, вышли удачно на охоту. Львы несут добычу домой. Фу, ладно, мы идем сейчас на маршрутку, да? Короче, этот день мы приняли таковым. Мы можем теперь сами зарабатывать и ездить как люди на маршрутке, платить деньги и делать это нормально.